Привет, ребята. Дойдет сейчас до вас мое сообщение, я надеюсь, и вы мне ответите в чате. Пишите, слышно ли, видно, появился ли сигнал. Сейчас у меня, наверное, какое-нибудь паранормальное явление опять случится. Ждем, ждем, ждем. Так, что-то у меня плеер не грузится. О, вижу. Да, привет, привет. Звук норм, Замульджук пишет. Молодец, уже сразу знает, что нужно писать, что интересует стримера прежде всего. Конечно же, как слышно меня. Ну, меня-то слышно хорошо, это добро. Сейчас посмотрим еще на фоне игры, как будет слышно, когда начнем прохождение уже. Сейчас я окошки свои поудобнее расположу. Как-нибудь. Да, сегодня один, наверное, я буду. Я что-то как-то, честно говоря, даже и не задумался над напарником. Да и все в Fallout, наверное, играют сейчас. Не до халфы, ребята, наверное. Другим авторам нашим. Ну так, сегодня будет расслабленное такое прохождение. Посткомандировочное. О Blizzard наверняка поговорим, как было обещано. Что-то расскажу. Не знаю, правда, честно говоря, что конкретно рассказывать. Нет у меня таких прям cool story, что прям вау. Но что-нибудь, да и поведаю я вам. Ладно, вроде 19:00 уже, да? Подождем, ладно, давайте еще пару минут. Про поездочку вот сразу просят. Ну, прикольно, прикольно. То есть, что можно выделить прежде всего? Ну, во-первых, я впервые побывал на каких-то киберспортивных соревнованиях масштабных. То есть, до этого я бывал, конечно, в Москве, там, на каких-то мероприятиях подобного толка. Но здесь, конечно, размах другой совершенно был. И то, что происходило там во время финалов, очень клево ощущалось в плане вот азарта, в плане спортивности именно. То есть киберспорт многие не считают там спортом в чистом виде. На самом деле все это все больше и больше именно к чисто спортивным мероприятиям в плане антуража и атмосферы приближается. И это действительно очень клево. Про хоккей, да, еще спрашивают, пока мы далеко от спортивной темы не отошли. Да, про хоккей тоже расскажу. Ладно, буду возобновлять. Про Нигри, я не знаю, ребят, кто вас дезинформировал, я не фотографировался с Нигри. Сейчас у меня что-то игра, икрашка что-то у меня полагивает. Не знаю, может не раскачался еще. Скажите, не сильно картинка лагает нормально? Я, у меня вроде все нормализовалось. А, пункт свитчер забыл выключить. Сейчас, секунду. Так, так, так. А сам чего не фолочь? Да я как-то не фанат, знаете ли. Я же уже много раз говорил, что я не люблю стратегии. Не люблю ролевые игры в такие в чистом их виде. А тем более, когда оно перешло изометрии, мне как-то из изометрии, мне как-то совсем не это. Неуютно стало. И первую и вторую части Fallout, благодаря тамошним системам пошагового боя, я хотел, пытался пройти. Ну, играл в них даже, но полностью не проходил. Все-таки как-то вот, как оказалось, не мое это. Так, надо в эту привычку к F6 возвращать все время. Нормально, да, на фоне игры звук нормальный, это хорошо. Вот, и, значит, кто-то лезет ко мне, не ко мне. Блин, у меня что-то с муницией хреново. Ага.
Вот, про киберспортивную вот эту вот составляющую BlizzCon я рассказал. В остальном нужно отметить вообще высочайший уровень организации для, ну, всего, что предоставили для прессы. Можно было вот реально, ты заходишь в пресс-зону, садишься, жрешь, пьешь и работаешь там, пользуясь ноутбуками, и вообще тебе ничего больше не надо, потому что прямо в пресс-зоне происходила трансляция всех основных событий, которые были в залах выставочных. В общем, все для людей, как говорится. На Gamescom и на E3, конечно, нет такого уровня организации, но здесь вполне объективное объяснение тому есть, потому что все-таки BlizzCon от одной конторы, и поэтому им тяжело, ну, легко достаточно подобным образом организовать мероприятие свое. А E3 и Gamescom — это все-таки другое дело. Так. Глеб, а что ты будешь делать, если тебе попадется такая игра, как Гаррис Мод? Да, честно говоря, даже не думал на этот счет. Я просто буду надеяться, что она мне не попадет. Ну, с бесконечными, как я писал в блоге, играми будем как-то отдельно, видимо, решать. В случае чего. Блин, вот надо было чем пользоваться, оказывается. Вот этой штучкой. Надо попользоваться. Игру можно потише. Но если сейчас еще кто-нибудь согласится, то давайте сделаю потише. Ты только в Калифорнии был или еще куда-нибудь ездил? Да, только в Калифорнии. Ну, даже не то, что только в Калифорнии. Я был только в Лос-Анджелесе, ну и в Анахайме, где проходило мероприятие, собственно. К сожалению, я сначала прикидывал так, мне показалось, что до Honda центра я смогу пешком дойти от конвеншн-центра, где проходил BlizzCon. Это я уже говорю про матч Анахайм против Blue Jackets. Но нет, пришлось все-таки на таксо ехать. Так, куда? А, вон там же, да, точно. Можно тише, да? Потише чутка. Окей, сейчас сделаем. Ну и да, хоккей тоже прикольно было, но у меня возникла такая внезапная проблема. Ну, из-за разности временных поясов и джетлага и прочих таких вещей очень хотелось спать под конец дня, вечером. И я на хоккее просто, ну, то есть, очень двоякое такое ощущение осталось. Происходящее все очень нравилось, но то, что творилось с моим организмом, мне не нравилось. Ну, еще мне там пиво не продали, из-за того, что у меня из удостоверения личности были только русские права. Они сказали, что по русским правам, ребята, не наливаем. Видео с Близкона будет, да, обязательно. Будет репортаж. Я отснял. И, а что такое? Почему не стреляем? Я отснял, ну, много разных всяких материалов, и в числе прочего есть в загашнике 5 интервью. Ну, не таких уж очень объемных, где-то по 3, по 5 вопросов получилось. Но достаточно интересные ответы. Я думаю, будет интересно посмотреть. В океане нет, не купался. Все-таки, несмотря на то, что это Южный штат, ноябрь там тоже ощущается. Конечно, не как у нас. Снег не лежит, но по ночам где-то до минус, там, я не знаю, 12, ой, до минус 12, просто до 12, до 14 температура все-таки падает. Ждем, когда они там постреляют друг друга. Ну, удивляется то, что не налили по правам, но там у них все строго с этим. Ну и вообще они, американцы, славятся тем, то, что, ну, как бы, как это назвать, как вахтеры себя ведут, то есть следуют только исключительно инструкциям. Кстати, был забавный момент тоже на обратной дороге. У меня рейс был от Люфганзы через Мюнхен, и Люфганза забастовала, и возникли проблемы, как же улетать, собственно. И вот мы подошли к стойке регистрации, и нам чувак начал объяснять, что, мол, вот есть у нас список вариантов. Вот через Лондон, в Москву, там туда-сюда.
Мы говорим то, что а здесь вот есть рядышком прям через там полчаса, ну, в сравнении с Люфтганзовским рейсом, есть рейс Аэрофлота прямо в Москву. Может, на него нас посадите? И он такой, ну, даже не знаю, нет, вот через Лондон. И там, благо, был какой-то русскоязычный чувак, представитель Люфтганзы, который сказал, не, давай, давай посмотрим. И потом нам такой, ну, ничего они, типа, говорят, не соображают эти американцы. Вот им дали листок, и они только по этому листку и действуют. А смекалки какой-то, креативного подхода проявить никак не получается. Но в итоге на Аэрофлот меня посадили, я улетел. Да, очень долго я буду сегодня играть, судя по всему, со всеми этими историями. Так, что-то говорят, что буферит, да? И буферит. Ну, если просто сохранится эта проблема, будем что-нибудь придумывать, как обычно. Как тебе Overwatch? Я не играл. Но, знаете, вот как бы ну, если мы говорим про игры Blizzard, я вот вернулся с BlizzCon и начал сейчас играть в Hearthstone. До этого я не играл. Пока еще только первые шаги, так сказать, делаю. Но вот это, пожалуй, наиболее подходящая для меня игра из текущих Blizzardовских, потому что, ну, тактика, пошаговые бои, все дела. В общем, мне интересно стало, насмотрелся я там на все эти приколы. Решил попробовать. Кто стреляет? Кто стреляет? А, вон ты где был. Угу, 17 патронов. Не хватило. Видимо, около двадцатки надо. Вообще, в какие игры от Blizzard играл? Ну, в классику играл. В Rock'n'Roll Racing, Lost Vikings, в Diablo пробовал. Вот как-то так. Ну, далеко не только это. И в Black Thorn играл. Много во что играл. Я имею в виду про современные, если идет речь. Я вот не играю ни в Overwatch, ни в Heroes of the Storm, а вот Hearthstone, да, вот заинтересовал. Так, здесь какой-то интересный момент, я помню, будет. Да, надо запрыгивать наверх, я помню. Ну, угорает Вайт Обама, говорит, что Хардстоун вряд ли можно назвать тактикой. Ну, как бы то ни было, уж более тактично, чем... Я имею в виду в пошаговости, то есть мне же пошаговые игры нравятся, а здесь как раз это имеет место быть. Так, а, все, вспомнил, куда запрыгивать. Не туда. Еба-еба. Да, что-то подтормаживает, согласен. У меня тоже есть такая проблема. Ну ладно, давайте хоть немножко поиграем. А потом уже будем традиционно пытаться решать проблемы. Так, там что-то взрыв какой-то сейчас будет, я помню. И нужно будет сваливать. Опа. Еще одна копеечка в копилку кинематографичности Халфы. Вот этот момент интересный. За сегодня добиваешь или не спеша? Не, я думаю, вряд ли сегодня добьем. Нам бы до Ксена бы дает добраться-то за сегодня. Близкон рассказывать будешь по вопросам или сам что подготовил? Да, ну вот я вначале сказал то, что такого прям, что вау, не было. Все было очень клево, на добротном таком профессиональном уровне.
И вот эта вот киберспортивная тема интересная. Вот, а так, чтобы вот именно какой-то выдающийся случай был какой-то. Анахайм прикольно тоже, да. Главное, выиграли 4-2. Когда матч начался, ну, точнее, до начала еще матча, там вышла такая женщина, музыкантша, спеть гимн, и вся аудитория встала, а я сначала не въехал, что происходит, и продолжал сидеть. Потом думаю, ну ладно уж, что, надо уважать людей. И тоже поднялся. Больше вкатило Magic, то есть в плане тактики Magic круче. Ну, я не исключаю. Здесь как бы дело в том, то, что Hearthstone должен быть не то, чтобы быть, а оставаться массовым продуктом и интересовать подавляющее большинство игроков. Это прямой интерес Blizzard. Так что. Что думаешь об играх серии Mount & Blade? Не играл. Ну и... Да ё-моё, ладно. Не люблю вот такие вот... Такой сеттинг вообще, в принципе. И сразу говорю, ребят, ну, я периодически почитываю чатик и отвечаю на вопросы, но могу что-то пропустить, не обижайтесь, пожалуйста, потому что, ну... Несмотря на то, что у меня боковое зрение феноменально развито, не могу каждое сообщение удостоить вниманием. Так, что у нас тут? Ах ты, скотина. Я же хотел вот этим попользоваться штучкой. Ух, какая хорошая штучка. Тогда какой сеттинг ты любишь? Я больше люблю, наверное... наверное, можно сказать, что современный или недалекое будущее какое-то. Так, как-то так. Ну или, знаете ли... Какие-то альтернативные миры. Глеб, что думаешь о новом дополнении к Age of Empires 2? Вот уж, блин, о чем не думаю, так это об этом. Постапокалипсис? Ну, если бы мне очень нравился постапокалипсис, я бы играл Fallout, даже несмотря на то, что... несмотря на все мое отношение к ролевым играм. Так, и чё? Это другая локация уже, что ли? А, это мы сейчас туда должны повезти этого чувака. А сейчас, может быть, там военные появятся. Про донат говорят в плане того, что в Hearthstone он... Блин, что-то я как-то расточительно расходую лучи счастья оранжевые. Что в Hearthstone там донат все-таки злой. Ну, есть, да, такие опасения уже сейчас, даже когда я первые шаги делаю. Но будем надеяться, что не такой уж и злой. Ничего тут не появится у нас. Ладно, поехали. Глеб, у вас в редакции никто не собирается делать историю Фолла. Довольно интересный и занятный материал может получиться. Да ну, да, было бы клево посмотреть. Но пока сейчас... во-первых, я не слышал, что кто-то собирается. А во-вторых, понимаете, сейчас... ну, достаточно тяжелая финансовая ситуация. Как вы все прекрасно слышали, наверное, уже неоднократно. И мы просто чисто, ну, финансово не можем тянуть две истории серии параллельно. Так что пока не закончится Tomb Raider, наверное, ничего другого и не начнется.
Глеб, как насчет стимпанка и киберпанка? Наверное, больше стимпанк, чем киберпанк. Ты ж вроде Wasteland 2 хвалил. Да, хвалил. Мне нравится. Я не говорил то, что мне не нравится постапокалипсис. Мне он... Ну, нормально я к нему отношусь. Но не могу назвать себя фанатом. Ну, чё-то... А, вот какая дверь открылась. А я ждал, когда... Так, ладно. Плохое предчувствие у чувачка. А, по-моему, сейчас будет потолок рушиться или что-то типа того. Ага. Так. Что-то нездоровое какая-то. У-у-у, друг. Что, он будет жарить? Да, будет жарить. Да, не получилось. Ну ладно, бежим тогда сразу. Оп. Легко и непринужденно. Глеб, а ты в Last of Us играл? Если да, то как тебе геймплей, сюжет и так далее? Да, я играл в Last of Us, и я не разделяю всеобщего хайпа вокруг этой игры. Честно говоря, не вижу в ней ничего такого сверхвыдающегося. Очень клевая игра, да, хорошая. Блокбастер такой, прям неплохой. Но так, что прям в смысле это было вау на кончиках пальцев, как сейчас модно говорить. Нет, не соглашусь. Глеб, а ждут ли у вас новый Master of Orion? Да наверняка кто-нибудь дождет. Я помню, в конце 90-х поигрывал в, ну, в оригинальные игры. Так, по-моему, нам сюда, да? Можно здесь как-нибудь бочком пройти? В оригинальные игры поигрывал. Ну, я и думаю, что я попробовал бы ремейк. Сучка. Глеб, при выпадении заведомо мультиплеерных игр, с кем ты планируешь играть? О, не знаю, опять же таки. Не задумался над этим, давайте решать. Да что такое? Давайте решать проблемы по мере их поступления. Я, кстати, звук-то поменьше сделал. Ничего, сейчас нормально? Глеб, как тебе Batman Arkham Knight? Дело в том, что Batman Arkham Asylum была замечательной игрой. Вообще шикарной. Практически, наверное, даже игрой года. Я просто не помню, какие у нее конкуренты были. Ну, для меня в моем личном топе, так сказать. А потом пошло-поехало как бы повторение. А я не очень люблю, когда так прямолинейно только количество развивает, а качественно, в принципе, остается все то же самое на прежнем уровне. Поэтому Arkham City меня прям совсем уже не затянул. Ну и то же самое можно сказать про Arkham Knight. Да, можно поспорить то, что вот там появилось... Извините, я что-то туплю и стою на месте. Вот там появился Бэтмобиль, новая какая-то механика, бла-бла-бла. Ну, да, ну не знаю, основа все равно все та же, и как-то меня не зацепило. Ну, блин, что же я не попал, что ли, получается? Глеб, что-то у тебя графон на минимум, что ли? У меня вроде получше были текстуры. Может быть, ты играл в Half-Life Source? Ой-ой-ой, забыл про этого чувака. Упаду? Блин, ну, близко. Ой-ой-ой. Где ты? Ух, мать, перемать. Как же так-то получилось? Ну... Твою-то мать. Ну да, это ГГ. Что-то как-то я...
Упустил его из виду. Да блин. Глеб, ты как планируешь сегодня Half-Life пройти или еще на стрим ходит? Нет, сегодня не, целиком точно не пройдем. И он сейчас сразу выбежит, или только когда я в ворота? Так, по-моему, как-то вот так вот должно быть, да? Вот так вот ворота примерно там. Ну, короче, он после того, как я разбомблю ворота, выбегает. Есть у меня такое подозрение. Все тут Fallout играют, а я в Half-Life. Ну да, так вот. Вот такие вот дела. Нифига себе. Так, 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 так. Спокойно. Так, вот этот круглый немножко. Ты что ж, ну давай. Есть, готов, чувак. Отлично. Так, теперь надо поразрушить вот эту штучку. Главное себя не забомбить. Есть такой риск. Смотри-ка, что. Сказано, сделано. И забомбил я себя. Так, дальше. Вот сюда. Так вот. Еще правее. Ну, блин, косоглазие, да. Присутствует в определенной степени. Да что он не падает-то? Прямо в нее же прилетело. По-моему, ее надо обрушить, да. Так, еще подальше. Ладно, окей, давайте попробуем. Ну, наконец-то. А, вопросы про BlizzCon уже были. Да ну, если есть какие-то конкретные вопросы, задавай их. Вопросы у меня были к разработчикам, когда я на интервью ходил. Кстати, всем спасибо, кто отписывался в соответствующей теме. Сделали большое дело. Конечно, далеко, далеко, далеко не все вопросы до интервью дожили. Но часть все-таки оказалась там. Бомбежка. Бам-бам-бам, бомбежка. Бомбежка. Глеб как день рождения отметил. Да блин. Вот так вот в Анахайме отметил. Забудьте про Фримана. Блин, я забыл, что здесь будет валиться. Так, 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 сейчас, 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 сейчас. В Анахайме ответил. Так, 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 так. Так. Есть. Извиняюсь. В Анахайме ответил, отметил на, сначала на Близконе, потом на матче Анахайма против Коламбуса. А даже пиво не получилось выпить, представляете? Не продали по русским правам. Даже в день рождения. Вот такие вот злые дни. И да, кстати, спасибо всем, кто поздравлял в, ну, ВКонтакте, слал личные сообщения, кто на стене писал. Очень приятно, на самом деле. Большое спасибо. Как-то тут запрыгивать же можно. Не пойму. А, вот. Все. Вообще просто. Просто лучше. Было бы забавно посмотреть стримы по таким играм, как FTL, This War of Mine, Dead... Да как так прищемило-то? Я вроде ушел же. Ну, блин.
Ну, если выпадут, посмотрим. Мне самому интересно, что будет следующее. Реально прям интрига. Как без пива? Ну, вот так вот без пива. Много, кстати, там достаточно интересных вариантов пивных в Калифорнии. Всякие там крафтовые сорта. Мне понравился очень Blue Moon. Купил себе пачечку в гостиницу и периодически пил. Ни в коем случае не пропаганда, это распитие алкогольных напитков, как вы прекрасно понимаете. Так, что у нас тут? Давайте я сейчас вспомню. Да, голубая луна, вот так вот неожиданно, хорошее пиво. Хоть я не очень нефильтрованное люблю, но вот это оказалось классно. Так, что делать-то? А, здесь я вызову вот эту турель, и она расстреляет этого чувака. Зачем мне это делать? Из-за того, что откуда-то оттуда побегут, наверное, какие-то чуваки вражеские. Ладно, сейчас разберемся. Ладно. Почувствуй себя несовершеннолетним. Да уж, есть такая тема. Сейчас у нас, ну, в России-то, наверное, тоже сейчас не так просто с этими делами. Я просто... Когда я был несовершеннолетним, еще не было проблем с покупкой алкогольных напитков. Тогда еще даже и детей отправляли за пивком. Я помню, когда совсем маленькие-то мы были и жили в заводском районе города Саратова. Практиковался частенько. Что-то это... Как-то жарко здесь становится. Блин, себя еще взорвал. Слишком хотел его долбануть. Полечились. Ну, не знаю, перезагружаться нет. Давайте не будем. Попробуем быть крутыми. Так, а здесь еще будут эти твари, такие мелкие, неприятные. Я прям отчетливо помню. Что за лифт? Там дверь какая-то есть, наверное, дойдем еще. Глеб, как бросить пить? Да легко на самом деле. У меня нет зависимости в этом отношении. Так, наверное, многие говорят. Да, вот будут вылупляться из этих яиц маленькие твари. Прям очень неприятные. В заводском от тебя, Глеб, лучше не докапываться. Да я не был никогда гоповатым товарищем. Так, и сразу винчестер, да? Да сволочи, как долго я убегал от вас и не получилось. Ну чё вы там, твари? Да как так? Нет, это вообще не вариант. Как же, надо бегать дольше, короче. По кругу. Ну, взорвутся они? Все, взорвались. Готовы. А, не все еще.
Так, вроде лаги не появляются периодически, но вроде сносные, да? Я надеюсь, особо не мешает смотреть. Не хочется просто перезапускаться, потому что когда ты перезапускаешься, сразу это значит, что придется запись монтировать потом руками. А это не то, что нужно Готэму и мне. Так, ну сейчас никто еще новый не появится. Ну и как вам в целом вывод мне скажите? Вы все у меня вопросы задаете, я вас спрошу. Как вам Fallout в целом вообще? Можете, не знаю, так лаконично как-то изъяснить свои мнения по поводу него. Потому что это событие такое, знаете, знаменательное. Тут являешься ли ты поклонником серии, не являешься, а все равно интересно. Крутой, мне понравился, круто. Ну хорошо. Потому что есть какие-то споры, споры есть и по поводу диалогов, по поводу наполнения мира. Но в целом вроде одобряет народ. Ну, провал можно точно не засчитывать уже Bethesda. Опять что-то полагивает. Блин, еще один. Так, коридор. Сука, застрял тут. Не кстати. Оп. Лаконично пошел. Может быть, прошел? Кто-нибудь прошел уже Fallout? Так, закончились они там. Ну, у меня ХЛ лагает. Ну да. Но дело не в том, насколько у меня слабый компьютер, а, наверное, в том, насколько у меня замусорена уже система, я подозреваю. У меня так-то во время стрима много чего лагает. Опа, как он хорошо самоубился. Так что здесь какие-то проблемы с оптимизацией, ну или как это назвать? Моей личной оптимизацией. Так, ладно, давайте добьем это направление. Зачем проходить так быстро? Ну, мало ли, может быть, по сюжету захотелось пройти. И больше ничего не смотреть. Возможно, я не играю в те самые классические ролевые игры из-за того, что у меня постоянно есть желание все-все-все пройти, все-все-все изучить, каждый уголок. И это просто, ну, потом со временем начинает вымораживать меня самого же. Глеб не спрашивал случайно в Overwatch после выхода, когда новых героев добавят и будут ли они платными. Про последующие как бы микротранзакции, ну и про поставку нового контента спрашивал, это в интервью будет отражено. Так что следите за обновлениями. Так. У нас тут кто-то скворчит. Вот он, кто скворчит. Так, сколько, интересно, ему нужно заряда дроби? Так, три выстрела двойных получается. Много. Много. Так, много. Тогда будем пилить их вот этой штучкой.
Да ну умри. Блин, здоровье знатно я потратил. Так, а там аптечка закончилась. Закончилось. Херово. Все, все очень плохо. Лори Вотч тоже тупая для всяких рыжих лама-ботов. Меня вот лично в Overwatch я хочу попробовать. Надеюсь, в ближайшее время у меня получится даже это сделать. Но меня настораживает то, что очень-очень-очень разные герои. И то есть... Как это объяснить-то? Сейчас я... Да. То есть, мне кажется, что все равно со временем обнаружатся какие-то пути для того, чтобы им балансить игру, ну, во время геймплея игрокам. Ну, Blizzard, конечно, знатно умельцы, но как они все это будут в узде сохранять, честно говоря, пока непонятно. Так, даже немножко броньки нашел. Можно жить. Так, а чё я сюда шел-то? Просто посражаться с этими чуваками? Как это? Нелепо. Вот сюда как забраться, интересно. Интересно. Интересно, интересно. Вот как в превью, Денис. Денис сказал то, что типа, ну так, это наполовину шутка, но в каждой шутке есть доля правды, сами понимаете. То, что каждый герой в Overwatch, он имбалансный. Мне как-то это отпугивает подобное стечение обстоятельств. Глеб, почему ты не используешь рукавичку? Самая читерская штука в HL1. Да как-то, не знаю, не привык к ней. Рукавичка. Никогда я не называл рукавичкой. Долго думал, что ты имеешь в виду. Так, что тут у нас? Ой, чуть не свалился. Да что ж так? Оп! Глеб, почему не Black Mesa проходишь? Ну, был уже этот вопрос, потому что Black Mesa еще не закончена. Ну и вообще, хочется вот пройти оригинальную халфу. Без палева. Не без палева пройти, ну и пройти без палева тоже, конечно, можно попробовать. Хочется пройти оригинальную халфу, потому что у меня много с ней связано всяких, блин, господи, испугал пикселя. Извини, друг. Вот, всяких интересных историй. Таких личных, вспоминательных, ностальгических. Да что такое? Твари. Наглые. Так, куда мы плывем-то? Непонятно. На запад или на восток? Давайте посмотрим. Здесь закрыто все. А, надо вот этот спустить, наверное. Опа, куда ты? Куда? О, другое дело. Глеб, а что если в рандоме выпадет Half-Life 1? Ну, будем реролить, потому что я уже ее прошел. Другое дело, вот что, если выпадет Half-Life Source. Ну и будем надеяться, что не встретимся с такой ситуацией. О, батарейка. Села батарейка. Опа, и аптечка тут еще.
Замечательно. Глеб, чё, как, ждать озвучку Lit World стоит или посмотреть первые эпизоды на английском? Уже, конечно, стоит, а есть уже первые эпизоды на английском? Я очень многое пропустил, пока был на Близконе. Задрот тоже будет, сразу я вам превентивно отвечу. Задрот, первая часть новых серий уже практически монтируется. Озвучивается она сейчас. Ой, это как так? Как так? Почему так получилось? Ух ты, мать-перемать. Новые серии задрота вышли, да, посвященные Black Ops 3. Black Ops 3. Так, а, ну там мелко должно быть, вроде как. Да. Значит, эта тварь только там. Ага. Ага. Угу. Ну-ка, давайте. Кажется, очень безопасно. Что такое? Блин, пар. Сраный пар. Да тише, что ли, кто меня кусает? А, вон. Испарения всякие. Блин. Ну давайте перепройдем, ладно? Вы уж извините. Но здоровиться хочется как-то поправить. Да блин. Сейчас-то что не так? Ну вынул он же нормально. Нет парня какого. Ладно. Давай. Ну давай, плыви. Бог с ним. Глеб, ты в какой последний код играл? Я не помню, честно говоря. Наверное, в районе там 10-го, наверное, года. Наверное. Глеб, как тебе Linkin Park на Близконе? Попал на них? Не дождался я. Я говорил уже то, что очень... Ну, как бы, очень утомился после поездки, и спать все время хотелось. Причем вот раньше как-то не было... Тихо-тихо, что случилось? Не было таких особых проблем с джетлагами, с этими переездами. А в этот раз почему-то прям очень все было напряжно в отношении в этом. Linkin Park пришел, я пытался... Да... Пытался дождаться, но так и не дождался, ушел. Ну и я, в принципе, бывал уже на рок-концертах. Думаю, что... Надеюсь, что я не очень многое потерял. Тем более, был бы... Я бы дождался Linkin Park, если бы их можно было снимать на видеокамеру, я имею в виду. Но так как снимать их нельзя было, видеосъемка запрещена, то, собственно, и я с легкой душой ушел оттуда. Да, не очень профессионально получилось. Ответы на вопросы с Близкона где опубликованы? Да нигде пока не опубликованы, они будут в видеорепортаже. Так, сейчас вспомним, где и куда. А, так у нас же есть... Вот что есть у нас. А, почему так получилось? Не подскажете? Ладно. Так, что-то для магнума не дают нам патрончиков. Сейчас попробуем по стелсу вообще. Блин, не получилось по стелсу.
блин, мне показалось, что я его убил, а я его не убил. Так, ладно. Попытка номер два. Да. Танк можно обойти и взорвать его ломиком, если бить по башне. Давайте попробуем. Вообще без проблем. Вообще. Да ё-моё, ты-то откуда здесь? Сейчас еще раз попробуем. Переключимся на ломик. Это как в контре, знаете, с ножом легче бежать, быстрее. А, только в конце башни взорвется и снимет ХП. Вовремя, как я прочитал это сообщение. Но мы зато доказали, что это возможно. И теперь я буду целиться в башню. Но... Блин, забыл отбежать, извиняюсь. Короче, надо по-другому делать. А? А? Ну, конечно, потратил здоровье, зато красиво как. Как в вестернах. Тебе я уже был готов. А где-то в Артигон-то заговорили, по-моему, нет? Или мне показалось? Так, ну как-то грустно, конечно. 77-0 у нас в левом нижнем углу виднеются. Но куда деваться? Поехали. Где ты видел, чтобы в вестернах взрывали танки? Ну я про противостояние. Еще колокольни какой-нибудь не хватало сбоку. И мы прям на одной линии стоим, все такое. Так. Люблю зеленый цвет, знаете ли. Ой, люблю. Люблю. В зеленой жидкости не очень люблю. А вот цвет хороший. Так. Не помню этот момент. Вообще откровенно не помню. Так, ну-ка выпрямимся. В голову хочу попасть. Выпрямимся. Давай выпрямимся. Готов. О, еще один. Готов. Ага, как в старые добрые времена. Как метро проходили, помните? По стелсу. Все строго по стелсу. Тише. Блин, вот этот неприятный момент, по-моему, тут. Я помню. Да, здесь еще взрывать ворота потом нужно будет. Глеб, ваша любимая команда. Футбол. Да. Не знаю. Манчестер Юнайтед, Ливерпуль мне симпатичны. Вольсбург. В общем, не могу выделить какую-то одну. Так уж повелось. Так, видимо, мухаммедчики выиграли. Че я с арбалетом-то наперевес хожу? Хожу-брожу. Так, что-то интересная какая-то штука, да? Со значком радиации. Наверняка это все очень безопасно. Надо попробовать. Нет, не возымело эффекта. А вот тут другое дело.
Так, ладно, чё, постреляем, постреляем. Как относишься к Челси? Мне Челси нравился до того, как его Абрамович купил. Так вот случилось, я прям за пару лет до этого обратил внимание на команду и симпатизировал ей. А потом, когда они начали выигрывать только благодаря деньгам, мне как-то не очень стало интересно. Так, где этот чувачок? А, вот здесь вот, кстати, наверное, Мухаммед лучше всего. Сборная Англия, Испания, Италия, не считая России. Англия? Англия. Люблю северные сборные, там, типа Норвегии, Швеции тоже. Люблю, ну, датчане. Вот. Несмотря на такую общую неприязнь к южным странам футбольным, ну, именно вот в плане футбола, то есть мне не очень нравятся испанцы, там, итальянцы, португальцы. Несмотря на это, Турции, бывает, симпатизирую чисто, ну, из-за их боевого духа, потому что уже немало было доказательств того, что эти ребята вообще никогда не сдаются и постоянно бьются прям до последнего. И характер проявляет, и в целом они молодцы большие в этом отношении. Но это так, одни из многих, как бы. А основные, да, вот все-таки. Ирландия, конечно же. Вообще интересный будет чемпионат Европы в следующем году, потому что, ну, больше команд, 24 команды будет играть, и будет за кого поболеть. Сейчас сядем в танк, да. Сохранимся, сядем, все будет окей. Только почему-то не опускается он вниз. Видимо. Побежал, побежал, смотри-ка еще. Блин, превентивный. Не получился удар. Ладно, попробуем заново. Короче, не вылезать. Непонятно. По стелсу. А, пулемет еще. Да, про пулемет я что-то не подумал. Ну ничего, вроде. Сучка, выстрелил все-таки. Вроде справились. А, пулемет, блин. Ну да. Привык орудовать крупнокалиберным орудием. Оружием. Так, что у нас тут? Попробовать? Не, ну это я долго буду мухами разбирать его. Жесть какая. Блин, это турелище тут. Так, а вот здесь мухами попробуем. Они на своих не летят, наверное, да? Ну да. Убил, нет? Нет, не убил. Блин, а как же взорвать-то? А, ну у меня же есть же лом, так сказать. Ага, я что-то забыл совсем про нее. Блин, тупанул, ребят, в очередной раз, извиняюсь. Глеб, увлекаешься еще каким-нибудь спортом? Да так, чтобы самому заниматься, нет. В бассейн хожу, бывает. А, это да, это дальше. В бассейн хожу, бывает. Ну, на сноуборде зимой, там, я не знаю, раз в сезон, два катаюсь.
Ничего особенного, в общем. Так. Сохранились. Опять здоровье. Не очень. Большая желтая кнопка. Но заканчивать еще рано. Вот и лямбда наша, к которой мы стремились так долго и упорно. Ну, глядишь, так и до Ксена доберемся сегодня. Очередной лифт. Ничего здесь больше нельзя добиться. Что-то какой-то пульт. Закрыть двери можно. Это дело правильное. Это оригинальный ХФ, да, оригинальный ХФ. Ну ладно, поехали. Поехали? Непонятно, зачем здесь этот грузовичок. Ну, разберемся. Репортаж будет с видеоинтервью с близами или просто с твоими комментариями? Да, будет с интервью. Моих комментариев будет по минимуму. Ну, закадровый текст будет сопровождающий, конечно. Ну, для того, чтобы все воедино все это собрать. А так, основа, да, это будут интервью. Интервью. Самая информативная часть. Интересно было пообщаться. Забавно было делать интервью по Хардстоуну, потому что как раз когда я пришел его брать, у этого чувака, кстати, тот же чувак отвечал, который на Gamescom'е беседовал со мной, как раз проходил финал турнира по Хардстоуну, и он такой: слушайте, может быть это, давайте посмотрим вместе финал и разойдемся. А там было строго все со временем, все расписано по минутам. Поэтому пришлось его расстроить и сказать: нет, чувак, давай все-таки поотвечаешь ты на наши вопросы. Так, а что вот вниз ведет? Интересно, лестница. Давайте посмотрим. Она просто, просто так. Никаких откровений не случилось. Если, Глеб, если из всех Half-Life с дополнениями какой твой любимый? Первый, вот как раз, который мы сейчас играем. Cops in Force я тоже испытываю теплые нежные чувства. Но, наверное, первая Half-Life для меня. Для меня ей нет равных. Так, ничего нам ящики не пригодятся. Я смогу здесь забраться? Или не смогу? Не, лучше. Лучше воспользоваться. А, тут же лестница вообще есть. Чего ж я туплю-то? Привык искать сложные пути. Там есть киберниндже, про Overwatch есть речь зашла. Причем этот киберниндже — это брательник, ну там, другого ниндзя, который был до этого в игре, если вы не знали. Или я не про того подумал. Ну вот, старые добрые ученые. Saved, saved, saved. Так, здесь будут ниндзя. Здесь будут ниндзя. Прям чувствую. Так. Даже не знаю, какое оружие это лучше против них. Давай попробуем комбинацию вот такую вот. Мне кажется, есть тут какой-то шанс их вальнуть часть хотя бы со спины. Блин, я его просрал.
Нет, это была не лучшая идея. Куда ты побежала? Где она? Не вижу ни хрена. Да. Так, в общем, не выходим тогда на центральную часть стадиона. У меня есть только ощущение, что я пару человек убивал здесь по стелсу, как мы любим. Может быть, наверх как-то можно забраться, конечно. Ага, вот. Вот, шанс. Шанс. Есть. Так, я прям, да, я аж говорить перестал. Потому что нужно сохранять тишину. Да где же она? Блин. Прям по центру же стояла, да? Так. Прямо по центру стоял. Сейчас с тыла зайдем. Сука, не пролазит! Толстый Фриман! Сволочь. Ну ладно. Ага, не ожидала? Навались. Где еще? А? Сохранились? Ну? Чё? Кто на Фримана пойдет? Тот от Фримана и погибнет. Ну где? Чё, две всего, что ли? Да не может такого быть. Ждете, когда я расслаблюсь? Хрен с два, я не расслабляюсь. Во, кто-то идет. А, вот она. Сука. Ладно, теперь я знаю, где ты. Так, может, ее из арбалета можно снять? Вряд ли. Так, ладно. Ну. Блин, какая она шустрая. Ну, сколько можно-то? Так ты вообще как это разобрала? Так-то все было по тактике вообще. Ща. Блин. Вот сейчас не очень получилось. А сейчас у меня кнопка залипла. Да блин! Все. Готов. Почти получилось, как я хотел, но тоже неплохо.
Ну что, будешь выбегать? Дерьмо. Ну, где ты? Да и пошла ты в жопу. Подозрительно, что-то так ящики стоят эти. О! А вот я тебя искал как раз. Well done, Тернер. О, а я, кстати, убил ту, смотри-ка, что. Наверное, первый гранат еще. Так, ребята, да, немножко отвлекся от чата, извините. Очень уж напряженная тут битва полов. Сейчас дойду до завершения этой локации. И тогда почитаю еще что-нибудь ваши вопросики. Вроде всех убил, да? Миниатюра Фримана и женщина, да, типа того. Да, наконец-то я буду заряжен почти по полной. Когда уже последний раз 100-100-то было, ребята, я и не помню. Ну и сейчас тоже не будет. Так, там никаких входов-выходов больше нет, погнали. Так-так-так, что у нас там внизу? Давайте посмотрим. Ничего интересного, в принципе. Ох, как изменился коридор. Живенько. Вы там вовсю общаетесь про какие-то тентакли? Отличная тема для обсуждения. Так, а чё? Сейчас будет, да, взрыв эпичный. Побегут, наверное, да? Дерьмо. Ух ты, как ты меня напугал, друг. Глеб, а ты знаешь, что у тебя улыбка как у Джокера из комиксов? Ну нет, не слышал про такое. Надеюсь, получилось. А прохождение Warcraft 3 может выпасть? Нет, к сожалению или к счастью, нет, потому что в Steam нету 3 Warcraft. Давай, беги сюда. Беги! Чё ж ты не бегишь? А, блин, сохранился прямо перед попаданием. Жесть какая. Короче, надо штурм предпринимать. Еще один, сука. Греб, а ты проходила с StarCraft 2? Нет, не проходил. Ну, я, по-моему, когда еще Wings of Liberty выходил, что-то там пробовал. Пробовал его, распробовал. Но как-то не распробовал. Вообще, я рассказывал то, что раньше я очень любил классические стратегии, реалтаймовые. Потом как-то моя любовь к ним поугасла. Сначала я, так, если уж в подробности вдаваться, в детали. Сначала вот был, да, мой любимый жанр, это RTS. Age of Empires, первая часть, там, Warcraft 2, CNC всякие разные. Red Alert первый, вообще замечательно. С удовольствием в них играл. Потом мои интересы склонились в сторону квестов. Я проходил.
как ты меня напугала. Так, сейчас дослушаем его. В общем, вот, и потом перешел я на квесты, проходил лукасартовские классические квесты, сиеровские классические квесты, нравилась мне эта тема. А потом, не знаю даже, как-то начал интересоваться всем подряд, но более-менее такой равной степени. Так, вопросы какие-то были, которые я хотел ответить. Тик-тик-тик. А, экономические стратегии, как тебе? Да, замечательно. Вообще, я помню, в третьего Цезаря я просто засиживался часами. Я прям отчетливо помню. Это он был, Цезарь третий, на том самом легендарном моем, для меня легендарном, сборнике пяти игр. Там было NFS, Hot Pursuit, Carmageddon 2, Half-Life, Enemy Infestation и Цезарь третий. И я просто, конечно, обожал отстраивать города. Я помню, папа постоянно подходил ко мне, смотрел, что у меня все время одно и то же. И он удивлялся, что я там делаю. То есть постоянно вот эти вот палатки там превращаются в домишки, там фонтанчики какие-то я устанавливаю. И он, конечно, не понимал вообще, в чем прикол. Так, все, я отвлекся, надо продолжать. Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Давай, открывай. Конечно, знаю. Говорят, спасибо за позитиватор расписание, ты знаешь толк. Ну, спасибо за признание. А давай. А можно сейчас вернуться за здоровьем? Ну ладно, 10 единиц, в принципе. Госпиталь, да, правильно, вот Хэллоуин просто вспоминает. А, вот и, кстати, зарядка. Хэллоуин вспоминает госпиталь. Тем госпитал просто шикарнейшая. Игра с юморком, с таким классным. Я до Цезаря так и не дошел, два уровня не хватило, винда 95-й полетела. Как так? Непонятно, как ты до него не дошел. Ну, в смысле, ты играл в него... А, не смог пройти, что ли? Я так понимаю. Так, что-то там сверху не то, мне кажется. Надо как-то рекогносцировочку сделать. Нет, смотрите-ка. SimCity 3000 вспоминают. Да, по-моему, тоже играл. Mass Effect'а нет в списке, да. Нет у меня его в библиотеке. Поэтому его нет в списке. Я изобрел это оружие, но у меня не хватает сил испытать его на живых существах. Похоже, у вас нет с этим проблем. Да, у меня с этим нет проблем. Показывайте. На ком испытать? Жалко, патроны тратить только. А может быть тут есть что-нибудь интересненькое? Но нет. А может в другом отсеке есть? В общем, оружие-то годное, но хватит уже патроны тратить. И здесь ничего нет. Вот дерьмо. Развели на доллары. Что-то патрон-то к винтовочке. Не к винтовочке, к пистолету. Пулемету нету. И к револьверу вообще очень давно не завозили патроны. Печалька. Даже не знаю, с чем ходить-то. Ну, пылесос, да, это вполне очевидное название для такого агрегата. Так, и еще на что-то я хотел ответить, но вот чатик уже убежал. К сожалению, забыл я. Какой-то вопрос зацепил мое внимание. Ну ладно. Не будем горевать по этому поводу. Кстати, в Стиме антологию казаков раздают дешево перед выходом третьей части. Это не от меня вам сообщение.
Благодарите, Винсент УАЗа, если что. Шумят вортигонты. Да, Мухаммед, конечно, он клевый, но очень мало патронов для него. А, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дерьмо, совсем дерьмо. Так проще, да? Так, ребята, давайте как старые добрые. По-моему, здесь... Да, чувак. Ты пойдешь со мной? По-моему, Фриман в прохождении Фримана замочил этого чувака. О, еще один. Мирный житель. Спасибо, пригодится. Что-то интересное мне рассказывал, походу. Глеб, на следующий стрим будешь звать кого-нибудь или опять соло? Да, позову. Я думаю, два подряд с сольных стрима устраивать незачем. Вы же тоже хотите хлеба и зрелищ. Давай, идем. Разберемся с этими чуваками. Разберемся же. О, спасибо большое за донат старче 100 рублей на пиво, которое не продали в Калифорнии. Ну да, Blue Moon не достался мне тогда. Постреляешь? Нет, ладно. Брезгует. Вон там еще один. Ну, неплохо так вроде. Потратили, конечно, здоровиться немножко. А куда деваться? Так, надо обследовать ту до конца, наверное, зону. Мало ли, вдруг я что-нибудь упустил интересное. А, что-то я, кстати, только сейчас понял, что на донатах нету этого звука, поэтому я мог пропустить их, какие-то из них. Так что, если что, вы там напомните о себе. Ха, дополнительными... Блин, не ту кнопку нажал. Дополнительными донатами я хотел клево пошутить. Сучка. Охранник выжил? Нет, Firefly Boy, ты ошибся. Охранник не выжил. Так, а где-то... А, можем сейчас на лифте вернуться до тех еще этих. Или не можем? Нет, не можем. А чё? А мы можем теперь выйти? Ну, что за дело? Один хрен придется монтировать запись. Да, случилось перед подключением. Так, чё за дверь? Чё за дверь? Как вы задолбали вот так внезапно появляться, а? Патроны все позаканчивались. Так, я вернулся в эфир-то. Чатик! Ты меня слышишь?
Так, все, вижу вас. Вернулся я вроде в эфир. Стрим живи. Должно появиться сейчас. Вернулся? Ну, у меня аж случилось два переподключения за момент отсутствия. В общем, все это говорит о чем? О том, что придется мне запись монтировать в любом случае. Так или иначе. Ладно. Ничего страшного. Что за дверь? Какая чудесная дверь. Чудесная дверь, чтобы открыть ее. Скотина. Пылесоса на тебя не хватает. Резко и четко. Да ё-моё. Ну подойдите к двери, чего вы не подходите, сволочи. Нормально так. Правда, здоровье потратил тоже нормально так. А зачем тут две комнатки-то этих? Я запамятовал уже. Глеб, а у тебя есть свой Дубай? Ну, наверное, Дубай это все-таки... Не, ну, если рассматривать просто как ошибку в фактике, то да, конечно, по-моему, он у всех у нас есть. Там, я не знаю, тот же вот, и если недалеко ходить, то, что я Биллу Гейтсу 59 лет приписал, а не 60, когда ему исполнялся в инфаркте в недавнем. Так, кто здесь? Вот, то есть, да, ошибки все равно случаются. Просто другое дело, что... у кого-то они запоминаются, как у Фена вот этот Дубай на долгие годы. Есть Дубай пятилетки? Я думаю, вот как раз Дубай и есть Дубай пятилетки. Исправив заголовок стрима, а что он сломался там, сейчас посмотрю. Почему? У меня вроде нормально все с заголовком стрима. Глеб, играй почаще. Ну, я постараюсь, конечно. Конечно, постараюсь. Так, сейчас я зайду заодно, раз уж в браузер вышел. Сейчас, секундочку, тут гляну на всякий случай одну вещицу. Все. А, Васин Дубай с Madden 16 круче Вайнного. Кстати, насчет Madden. Я пока был, опять же таки, на Близконе. Пойду полечусь пока и расскажу вам эту историю. Я пока был на Близконе, соответственно, бывало там время с утреца или наоборот вечером посмотреть телевизор. А это был как раз уикенд, и в субботу у них играют университетские команды в американский футбол, по воскресеньям НФЛовские. Так, я не сюда пошел. Вот. И, в общем, что я могу сказать? Мне реально понравилось. То есть, я как-то очень поверхностное имел представление об этом виде спорта. Ну, как и все, собственно. Ну, и сейчас точно то же самое. Но я посмотрел полностью там один матч. И отрывочно там еще какие-то. И могу сказать то, что на самом деле клево. Да, со здоровьем совсем плохо. На самом деле, клевая, на самом деле, затея. Конечно, вызывает сомнения вот этот не очень серьезный, так скажем, вид их с обтягивающими штанами. И вообще их поведение, когда они там... Да ё-моё! Когда они там друг друга по заднице шлепают и все такое прочее. Но сам-то вид спорта прикольный. Есть там их глубина... тактического мышления и какие-то подвиги свои. Так что не все так просто, как кажется.
И я только тогда вот, ну, недавно выяснил для себя, открыл и увидел то, что на самом деле в американский футбол играют не только вот прям такие накачанные там чуваки, крепкие, крепко сбитые, которые и побороться могут, и побегать, и все такое прочее. Ну, есть там и просто жертвы такие, которых ставят на первую линию, которые единственная задача которых сдержать других противников, других игроков. Или есть кикеры, которые просто бьют по мячу, выходят на поле, я не знаю, там несколько раз за матч. И просто их задача там попасть в ворота или заслать мяч куда-нибудь подальше. В общем, есть о чем поговорить. Сучка, я так и думал, что сейчас посыпятся они. Да, правильно поугарал Гаррисон, который сказал, что можно было и не возвращаться, потому что я пришел обратно с теми же 25 здоровья. Глеб, какой шутер можно назвать лучшим за последние 5 лет? Даже и не знаю, слушай. Интересный вопрос. Так, а что вот эти вот... Ладно, давайте я нырну, сохранюсь, посмотрю, что там вообще. А, ничего. Отлично. Лучший шутер за последние 5 лет. Блин, не знаю. Сложно как-то ответить. Вольфенштайн, он подсказывает. Ну, не исключено, да. Вольфенштайн крепко сбитый, такой классический шутер. И занятная вообще вещь. Мне вообще нравятся олдскульные проекты, олдскульные творения. Так что да, Вольфенштайн неплохо. Лучший выходит в 2016, называется Doom, тоже не исключено. Так, блин, извиняюсь, опять постоянно отвлекаюсь и из-за этого туплю. Со здоровьем что-то надо делать, непонятно что. Да ё-моё. А чё так? А почему так? Duty Calls упоминают. Тоже, да, классный был. Особенно озвучка. Так все, я включил, что надо-то, я не пойму. Все, что надо, включил. Здоровья нет. В общем, все клево. Там пролезть можно, юзер один сет пишет. Блин. Ну ладно, не будем уже возвращаться. Так, вздохнули, вздохнули, дышим, дышим, дышим. Спасибо за приятные слова, которые вы сейчас в чатике пишете. На самом деле очень приятно. Мне тоже приятно с вами проводить время. Так. Короче, сначала оп. А что-то, да, второй вентиль неактивный, ребята. Что-то есть подозрение, что я что-то... Ну да. Да, что-то я не включил. Ладно. Значит, там все-таки можно пролезть, да, говорите? Вздохнули. Сейчас проверим. Да ну как так? Ну нет, ребят, ну чё за дела? Где я вообще сохранился-то? Это я включил. А, ну вот здесь схема. Танк 2 надо включить. Ну, блин, пошлите, ладно. Туплю, ребят, туплю. Обычное дело.
Вестхаймер, это ты? Почему-то, я не знаю почему, но как бы был такой период, когда меня постоянно, ну, напоминали о том, что я Вестхаймера озвучивал, называли Вестхаймером, и потом все это как-то сошло на нет. И сейчас, учитывая все-таки то, что Элитный мир-то еще не вышел, сейчас прям какая-то новая волна. Постоянно мне про Вестхаймера напоминают. Так. Так. Значит, здесь можно пролезть, вы говорите. Давайте пролезть. А, ну да, вот же, блин. Ой. Да. А зачем же я сюда пролез? Чтобы пострелять. Да, без здоровья-то тяжело совсем. Хорошо, хоть пока еще патроны есть. Да. Жесть. Да. Соберись, тряпка. Ёпта, да, это система с произношением. Уникальный способ всех задрать. Валентин, 1000 прислал. Ну, спасибо, конечно, чувак, но можно было без грубых словечек обойтись. Но все равно спасибо. Блин. Не, ну я, короче, не очень. Тринадцать здоровья, ребят. Что-то как-то у меня плохие предчувствия. А, вот еще почему. Они были у меня плохими. Просто аудитория за столько лет изменилась, и большинство нынешних посетителей СГ не знали про Элитный мир до анонса третьего сезона. Ну, может быть, да. Так как так? Ну почему? Вот он бежит. Ох, ребята, будем, конечно, мы страдать. Да, новые голоса, конечно, будут в элитном мире. И я тоже надеюсь, что они будут отличными. Всех исполнителей уже тяжело вернуть. По разным причинам. Так, ладно. Ну что, ты запаниковал? Блин. Ладно, хотя бы здоровье сохранили. Так, а чё? Понял. Глеб, а нет желания сходить на Мосфильм, попробоваться на профессиональный дубляж, как в свое время Глан сделал? Да, ну я
Нет, именно такой идеи у меня не возникало. Но я уже говорил то, что я однажды как-то пошел на местную радиостанцию, думал попробовать себя в этой роли. Ну просто встреча тогда не состоялась, не помню уж почему. Ну и как-то забил я это на это. Так, здесь опять буду, да, бойцы? Что-то все хуже и хуже становится. Ладно. О, бронька. Хоть что-то. Хоть как. Кто кричал? Где ты там? Энергия на 30%. Ни о чем, конечно. Ладно, давайте попробуем выбраться отсюда. Или не будет никого. Или будет. Или не будет. Смотрите-ка, нету никого. А это куда? А, это я отсюда пришел, господи. А вот здесь будет кто-нибудь? И здесь тоже никого. Так, стоять. Глеб, а как ты сериалаешь против зловещих мертвецов? Ну, опять же таки, всплывала эта уже тема. Я говорил уже то, что не люблю сериал смотреть, ну, когда они выходят еще. Я люблю хотя бы сезон, чтобы вышел, и потом его посмотреть. А по мере выхода серии как-то мне все время хочется большего. Тяжело поэтому. Так, ладно. Сюда, что ли, да? Если не ошибаюсь, Team Fortress пришел с мода халфы. Да, чувак, ты не ошибаешься. Вообще, это... Блин. Ну, это удивительно, насколько я сейчас... Я себя старым, в общем, почувствовал. Потому что это было такое, ну, очень... Известный факт такой, то, что Team Fortress — это модификация Half-Life. Но просто в силу возраста уже многие не знают об этом. Глеб, после этой части будешь его по Team Fortress стримить? Нет, после этой части я буду стримить что-нибудь другое из... Из своего... Да чё такое? Да. Что-нибудь другое из своей Steam библиотеки. Блин, куда я плыл-то? Сюда? Так, так, так. Что лучше взять тогда из оружия? Только энергетическая пушка остается. Да ё-моё, часто что случилось еще? Блин, ну подранился еще с помощью этой молнии. Хочу все-таки пройти без особых повреждений, потому что здоровье надо поправлять. Сейчас совсем пойдут. Глеб, как ты сделал список своих игр по номерам? Да выхочил просто.
Через всякие там... Да ё-моё. Так, ребята. Выкачал через, ну, специальные сервисы, которые стоимость аккаунта указывают. Вот, оттуда взял, а потом, ну, отредактировал, сформировал. Ага, отлично. Так, все, не отвлекаюсь, ребята, извините, сейчас хочу пройти этот момент без особых потерь. Да, вот это без потерь. Жесткач какой. Блин, ну ё-моё, а. Слушайте, непростой так-то. Непростой эпизод. Так, 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 все, собрались. Хоп, поплыли. Да ё-моё, ну сейчас-то что? Ай, ребята, сейчас сделаем. Сейчас сделаем. Верю, верю. Настанет. Настанет момент, когда я пройду это все. Если не задохнусь. Так, а если сначала всплыть и подстреливать вортигонтов? Можно так сделать? О. Так, один готов. О, еще один. А, нет, это не он. Ладно, ну хотя бы одного. Так, и чё, второй поворачиваем. Так, ЛЖ-шить надо потихонечку, да? Два. Решили. Не мучайся, Фриман. Сдохни уже. А чё я бегу-то по кругу? Угу. Так, ран поднялся. Да ё-моё. Так, пропускаем вперед, поднимаемся. Опять поторопился. Так, так, так. Оп. Оп. Так, здесь я в безопасности. Так, ну, я хотя бы выжил. О, да, кулаков ставил. Ну, да, что поделать. Блин, я надеюсь, здесь будут где-нибудь лечилки. Ну, броня тоже хорошо, конечно.
Но лечилки не помешали бы. Ладно, будем надеяться на лучшее. Так, а чё, куда идём-то? Ага. Значит, нам тоже нужен опять джампинг скилл свой продемонстрировать. Да, кот мне учит, это Рич что-то вопит. Отлично. Что тут у нас? О, лечилочки. Как меня услышали. А здесь что-то еще, по-моему, можно найти. Все, сейчас, короче, будем экономить здоровье по полной программе. Не, наверное, с другой стороны как-то можно сюда зайти или что-то типа того. Это не двигается штука. Ладно. Ага. Вуалерист. Наблюдаешь за мной? Let's get the hell out of here. Let's get the hell out of here. Все котов позаводили, да? И на своих начали думать. А нет. Это у нас тут Ричи буянит. А вот он пошел, Джименчик, а? Вот он какой. Подлец. Здесь зеркало. Ой, стекло есть? Нет. Так, а ноль... О, ноль патронов. Вообще огонь. Здесь 47 в обойме. Да ну как так-то? Да, это было тупо. Ну ладно, у нас для... Глеб, насколько сложно вам выбить игру для релиза от издателя? Да мы обычно не выбиваем. Просто предлагают сами. Если есть вариант, предлагают, мы соглашаемся. И вперед. Смотрите-ка, это они, похоже, только солдат, да, своих обладателей не ранят, а других инопланетян можно. Так, я понял, почему тут мне дали воителя. Ай, может, его ранят. Ранят. Смотри-ка, что я даже замочил тебя. Вот это мы с тобой вообще красавцы. Конечно, я потратил здоровье, тупанул в очередной раз. Вот, кто-то даже рад то, что хоть где-то стрим не по Fallout 4. Все для тебя, чувак. Так, а это вот первое мое телепортирование сейчас будет. Вдж. Круто. Понравился? А здесь у нас что? Так, что-то скрижищит. Так, подойдите, погодите. Погодите, погодите. Глеб, привет. Вчера Толстантин говорил, что вы, ты жесть книги сфотографировался, покажешь фотки. Да нет, я не знаю. Теперь понятно, кто ввел вас в заблуждение. Но не фотографировался я с Джессикой Нигри. Вот. Как интересно можно было сделать. Так, туда я ходил, сюда ходил. Заблудился опять, задумался. Ух, успел как. Да, надо было их паром сейчас мочить. Не сориентировался, бедолага помер. Так, стоп, вот этих уже можно паром. Ха!
А походу им пофиг, да? Нет, не пофиг, но здоровье опять я убрал. Прилично. Тогда... It's granite time. Так. Ну. 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 Ну взрывайся, что ли, ты? Да. Расстроился, виноват. Так, сейчас, погодите. Попробуем еще какой-нибудь другой метод. А эти, интересно, съесть их могут? Нет. Тогда другие гранаты. Да блин, ну как так-то? Так, гранаты и винчестер. И на всякий случай. Ой-ой-ой. Да. Погодите-ка. Да, вообще туплю. Ребят, извините. Извините, ребята. Я что-то прям подрасчувствовался, как говорится... Как эффектно получилось. Все, наконец-то. Привет, ребята, на каком уровне сложности играете? На нормале? Да, на нормале. На нормале. Играем на нормале. Наконец-то завалил их. Что-то какой-то стак прям произошел. Так, ладно, я сейчас сложу здесь. Посмотрю, что у нас в этом подвальчике. А ничего здесь нет. Не, вон там лежит. А, туда телепортироваться можно. Окей. Далее побежали, побежали. Ну да, вот как раз сегодня, я думаю, в Зен телепортнёримся. И закончим. Да, тот самый эпичный момент с порталами. Так, а это я куда сейчас полез? Чё за место? Не понять. Ну ладно. Так, значит, желтый запускает, зеленый выпускает. Ой-ой-ой, это да, это для возвращения. Желтый запускает. Ага. Не получилось. Так, все, сейчас будем разбираться, ребята. Сейчас будет головоломка. Посмотрел, кстати говоря, как неожиданно я к этой теме перешел. Посмотрел... И разбился. Посмотрел мультик этот, головоломка. Вообще клевый, очень мне понравился. На обратной дороге в самолете посмотрел. Настолько, конечно... Да что, я не захотел уже заходить-то.
настолько изящно и креативно удалось у них показать все эти дела наши эмоциональные. Классно. У меня первый Half-Life самая любимая часть серии, а у тебя? Да, вот только недавно вот в этом признался. Так, погодите, куда смотреть-то надо? Вот сюда, да? Отлично. Оп. Так, ну-ка посмотрим. Ага, сюда тоже можно теперь. Или нельзя? Не, желтый запускает. А как же дверь открыть? Интересно. А, дверь другая там есть. Желтый запускает, зеленый запускает. Все сложно. Оп. Здрасте. Здрасте. О, 150. Это вообще как в лучшие времена. Никто ничего не хочет рассказать. Думаешь, нам стоит обратиться к властям чужим? Не надо ничего нам делать. Я все исправлю. А, вот, кстати, мы пришли туда. Туда, где не ждали. Так, открывается это у нас штука? Открывается. Так, что за шум такой? А, вот. Вот-вот-вот, мы все ближе и ближе. Так, вернулись. Желтый-зеленый, а сложно. Ну да, здесь все не так просто, как ты думал, чувак. Желтые впускают, зеленые выпускают. Но никак не наоборот. Понимаешь? Тайминг нужно рассчитывать еще. Так, стоп, а блин, в какой я заходил-то? Я заходил в пятый, по-моему. Да, в пятый заходил. Тогда попробуем шестой. Дерьмо. Да, что такое? Да. Не будем пробовать шестой. Так проще всего. Half-Life стимовская, да, стимовская? Ага. Все правильно, только надо рассчитать момент. Так, вот сюда, да? Ага. И. Получается, четвертый, да, запомнили? Седьмой, восьмой, девятый. Пробуем восьмой. Пробуем восьмой. Тихо. Дядь, что делаешь? Тихо. Опа, и вернулись. Так, keep use portal and nobody explodes. Да, что-то в этом духе сейчас и происходит. Это я все время во второй, да, запрыгивал, по-моему? А интересно, а третий куда поведет? Тоже хорошее место. И первый надо еще попробовать, правильно же? Правильно. Блин. Извиняюсь. Так, и сразу в первый. Оп! Ага, это не самое лучшее место. Да блин, не то. Прекрати ползать. Да ладно, патроны уже не жалко. Че мне их беречь-то? Правильно, Пиксель? Че скажешь? Ага. Ты думал, что нарвался на подвластного тебе? Да блин, что за говнарь? Все, кончились патроны.
Посмотри наверх, прежде чем прыгать в портал. Убедись, что под порталом наверху есть платформа, а иначе рискуешь больно упасть. No shit, Шерлок. Ну, спасибо. Спасибо за участие и совет. Не, на самом деле я просто, ну, как бы догадался до этого уже. Ну, ребята. Да ё-моё, ты-то... Чё за говнарь? Сучка. Блин, зря я сюда залез. Зато гранатки. Ладно, сейчас полечимся где-нибудь. Я там видел много интересных мест. Так, 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 так. Нас второй интересует, да? Второй интересует. Второй интересует. Где там лечилки-то еще были? По-моему, четвертый. Нет. Четвертый это... дальнейшее восхождение. Так, так, так. Шестой пробуем. Блин. Шестой тоже ничего хорошего. Значит, пятый. Вот там лечилки должны быть. Да блин, вот сейчас можете поиронизировать на тему того, что нужно смотреть было, когда платформа подъезжает. Так, шестой пропускаем, пятый... А, четвертый пропускаем, пятый, значит, нас интересует. Пятый, вот он. Где-то здесь должно же быть. Вот они, красавцы. Так, полечился. Броньку потратил я, к сожалению. Ну ладно. Да, Доксена буду стримить. Так что кастрюльку чая и кружи пельменей. Да блин, опять забыл посмотреть. Вполне себе ты... Блин, опять забыл посмотреть. Успеешь сделать. Особенно если я буду продолжать так тупить. А я буду продолжать так тупить. Но не в этот раз. Нас интересует четвертый. А вот дальше я уже забыл. Дальше я уже забыл. Девятый явно испорчен. Седьмой. Восьмой. Упс. Давай попробуем девятый сейчас. Ну да, явно не стоило. Ну да, седьмой. Вероятно, что седьмой. Но хочу попробовать еще восьмой. Или я восьмой прыгал уже. Может, там еще полечиться можно? Нет, здесь уже не... А, вот, можно, да. Отлично. Все, мы теперь заряжены по полной, и теперь идем в седьмой. Четвертый и седьмой. Запомнили. Погнали. Ште поляк, я чем чех. Я русский. Так, поляк. Оп. Оп, сохранились. Свифт. И седьмой папер. Огонь. Так, так, да, это тоже интересный момент. Пуп-пуп. Понеслось. Оп, отлично. Отличное начало.
Так, 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 все, сейчас. Оп, оп. Нет, не получилось. Так, пробуем. Так, а дальше? Как быть? Как же быть? Как быть? Запретить себе нельзя любить. Так, это отсюда я приехал. Первые ворота были, вторые ворота. Куда нам надо-то? Первые ворота. Ох, я даже и не знаю, ребят. Что я сделал? А, открыл первые ворота, да? Красавчик. Опа! Вообще огонь. F6. Спасительная. Оп! Оп! Gangnam Style. Вторые открыл. Сейчас понесется вообще. Оп! Оп! Отлично! Ах. Так. Ага. А, угу. Так, ага. Интересно, а этот портал куда нас приведет? Ну, сохранились, если что, перезагрузимся. Ага, отлично. Это издевательство для тех, кто не сохранился. Но мы-то не такие. You're the best around. Nothing else. Да ну я не думал, что он допрыгнет. Все, все, прекращаю экспериментировать. Так, а чем же его валить-то? Все вроде. Закончились. А, у меня аж полная броня. У меня полная броня. Господи, когда же это было-то такое? Глеб, как тебе Свенкооп, если ты слышал о таком? Чё-то не слыхал. Это какая-то модификация Half-Life 1? Возможно, слыхал, но просто давно очень. Если действительно модификация Half-Life 1, то наверняка слыхал. Ага, попались! Сыкунишки. Открывайте двери. Так, ну да, so this is the guy. А вы мне дадите патроны для пистолета-пулемета? Я пока соберу. Вы рассказывайте, конечно, там. Боже мой, магнум дали. Батюшки мои. Во, пылесос. Вот они, патрончики-то пошли. Так, зарядиться надо сразу. Это тоже. Видите, ученые озвучим по-русски, а охранник нет. Свен Кооп, это кооп на прохождение Half-Life 1. Да, ну значит слышал. Да, gear up надо определенно. Так, ну здесь я по полной, да? Снарядился. Вот здесь еще можно пособираться. Модуль длинных прыжков. Я когда проходил обучение, там же в самом конце есть вот это вот обучение, момент дальнего прыжка. Я все время, потом, когда проходил, думал, зачем мне это тогда объясняли вообще, вот эти вот дальние прыжки и прочая фигня. И только здесь всплывает данная тема. Что-то с пульками-то все равно не густо, конечно. Будем другое какое-то оружие использовать.
Сейчас еще с этими вертолетиками живыми надо будет расправляться. Это очень крутой мод первой Half-Life, там можно в большой компании проходить карты на мешке Half-Life 1, как пользователей, так и из официальных игр от Valve, советую. Угу, ну прикольно. Не знаю, вот мой самый любимый мод для Half-Life это Wave Hunt, очень атмосферная. Ну вообще много годных модов на самом-то деле для Half-Life было создано. Тот же этот, вспомните, Cryo-Fear. Андрюха Артамахин, не даст соврать. Неплохой мод. Так, давайте, настолько все эпично, что я даже сделаю сохранение, такое прям сохранение. Че? Все нормально? Так, ну, ребята, ща попрет. В дзен сейчас, да, уйду. Надо только вспомнить, что там делать. Там нужно просто ждать время, да, по-моему. И веселиться. Ждать время и веселиться. Давайте будем веселиться вот с этой штукой. Эй, Шиман, я тут наверху. Попрактикуйся в длинных прыжках, если тебе нужно, только поторапливайся. Попрактикуйся в длинных прыжках. А я что-то и забыл, как их прыгать-то. А, ну, с контролом все. По старой доброй схеме. Ты в Black Mesa играл? Да, играл. Отличный проект. Замечательный проект. Хорошо. Все жду, когда я вот... могу открыть портал. Процесс очень когда сложный, доделают. И я не могу прерваться. Придется начинать все с самого начала. Не входи в лучи, пока я тебе не скажу, хорошо? Начинаем. Начинаем. Так, и вон той, по той штуке забегать я буду туда, мне кажется, да? Или к ученому поднимусь, не помню. Ладно, поживем, увидим. Да, что-то не экономно как-то получается. Зато все живы, все здоровы. Все в порядке. Ладно, давайте по-другому как-то постреляем. Почти получилось. Ладно, нет, это не дело. Давайте бегать. Да, по-моему, отсюда я буду забегать туда. Не сейчас, Фриман. Жалко, пуль не дали достаточно для этого. Пистолет пулемета. Ну, блин. Кашу, ребята, кашу. Так, ну будем надеяться, что мне потом немножко дадут еще этих зарядов энергетических. Все, по-моему, да? Уже мы близко. Когда ты мне крикнешь, прыгай, Фриман! Можно? Или нет? Так, не получилось у нас что-то. Пёрли. Что-то прошептали мне там, но я не понял.
И вы просто представляете, как вообще пробирало народ в этот момент, когда мы оказываемся в Ксении. Это вообще просто было что-то с чем-то. Непередаваемое благоговение. Фух, в общем, мы дошли до Ксена. На этом, я думаю, останемся. Так что, ну, в смысле, останемся, закончим. Потратил я полностью энергетические подпульки свои. Будем надеяться, что смогу еще арсенал восстановить. Вообще с арсеналом все не очень хорошо. Ну, говорю, будем надеяться. Вот. И следующий забег, то есть получается, ну, случится, я надеюсь, на днях когда-нибудь, на этой недельке. И мы закончим Half-Life. Если, конечно, я не встречусь с какими-то непреодолимыми трудностями. Да, вот пишут то, что жаль, кнопки нету для концовки. Действительно жаль. Мы предыдущие забеги заканчивали нажатием кнопки, чтобы обозначить финал. Здесь не кнопка, но все-таки момент тоже эпичный, я считаю, так что более чем подходит. Вот, так что заглядывайте в тему на блогах, где я держу в курсе вещей народ касательно следующих стримов в рамках Steam Game Gauntlet. Спасибо большое за то, что пришли сегодня. Если какие-то вопросы пропустил, то прошу извинить, так как все-таки концентрировался на игре. Да и то, видите, как сконцентрировался периодически... Очень хреново себя проявлял. Так или иначе, всем спасибо. Спасибо за донаты. Хоть их было немного, но они были приятны. И вроде все. Прощание затянулось. До встречи, короче говоря. Все, задолбался я говорить всякую хрень. Надо придумать какое-то быстрое окончание в следующий раз.